«Равняйсь, смирно, вольно» – эти другие команды накануне можно было услышать во Дворце детского и юношеского творчества. Там прошел смотр строя и песни. Организатором стала Московская общественная организация «Сыны Отечества». Она объединяет военных, выходцев из Чувашии. Отделение смены «Равняйся». Здесь не путают правые и левые. Команды выполняют беспрекословно. Опытные глаза не упустят ни одной ошибки. В смотре конкурсе участвовали 18 кадетских классов и отрядов юноармейцев. В команде 8 класса 36-й школы ритм задавала Мария Викторова. Девушка признается, вести строй сложно, зато за косички командира никто дергать не осмеливается. Это большая ответственность. Быть командиром – это не просто носить форму. У нас в школе проводятся разные дополнительные занятия, в том числе и строевая подготовка и военное дело. Мы маршируем, стреляем, собираем-разбираем автомат Калашникова. Все эти навыки ученикам на конкурсе явно пригодятся. Строевая подготовка – лишь один из видов программы. Здесь у нас, как вы видите, по 5 номинациям соревнуются кадеты и юноармейцы. Это строевая подготовка, основа стрелкового дела, сборка-разборка оружия, физическая подготовка, знание истории Отечества и бальные танцы. Ветераны отмечают, уровень участников растет, но расслабляться рано. В следующем году в Чебоксарах планируется провести уже республиканский смотр-конкурс.